Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 7 сентября. В этот день, в 1944 году, возобновили свою деятельность две гродненские гостиницы. Одна из них находилась в здании, где до войны работал отель «Торговый», а вторая по адресу улица Социалистическая, дом номер 10. Сегодня в этом здании находится один из корпусов Гродненского университета имени Янки Купалы. 7 сентября 1951 года было принято решение о закрытии немецкого кладбища на улице Академической. Мотивировалось это тем, что на протяжении последних 30 лет захоронений здесь не производилось, а последнее было в 1914 году. Вскоре на этом месте появился скверик. А в конце 1950-х годов принимается решение о строительстве детского садика на месте кладбища. Садик был построен и торжественно открыт в мае 1961 года, а имя ему дали «Весна».